В Уссурийском городском округе на реке Раковка приморские спасатели приступили к очистке русла от наносов грунта и деревьев. Работы здесь предстоит сделать больше, чем в соседних районах Приморья, так как округ является одним из самых пострадавших от паводка прошлого года. Уссурийский городской округ для нас крайне важен в части расчистки русел рек, потому как Уссурийск наиболее пострадал в прошлом году от паводка. Наконец мы приступили к этим масштабным мероприятиям. Сейчас это все будет исправлено. Будет это исправлено, понятно, не за один там месяц, не за два. Здесь, в Уссурийске, мы будем работать, я так полагаю, до весны, а может быть и всю весну. В Уссурийском городском округе на реке Раковка приморские спасатели приступили к очистке русла от наносов грунта и деревьев. Работы здесь предстоит сделать больше, чем в соседних районах Приморья, так как округ является одним из самых пострадавших от паводка прошлого года. Я уверен, что мы все это доведем до, скажем так, нормативных состояний, и жители страдать у нас не будут. Напомним, для расчистки, спрямления и дноуглубления водных объектов на территории региона закуплено 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков. К работам уже приступили не только в Уссурийске, но и в Спасске-Дальнем, а также в Октябрьском округе. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.